Здравствуйте все. Добрый день. Здравствуй, страна. Здравствуй, Оксана. Здравствуй, Ира. Мне дико приятно, что в этот раз тоже позвали меня посидеть среди членов жюри. Что я хочу сказать? Мне кажется, что ты научилась красиво врать на сцене. Честно говоря, мне кажется, что это вокальная песня, однозначно. Но мне кажется, эта песня не для тебя. Не для твоего характера, не для твоего душевного стержня, не для твоего состояния. Тебе никогда в жизни не передать то чувство, которое испытывает мотоциклист к шуму дорог, к запаху раскаленных труб, к пыли и к тому риску на тех шатких двух колесах, которым они всегда подвергаются. И ты этого не передала, честно говоря, но при этом так играла, такую какую-то тяжелую, вот какую-то эмоцию выдавала из себя, которую я не понимал, чем оправдана. То есть для меня это было откровенное вранье с красивым вокалом. Пока не могу понять, насколько этот диссонанс уместен для всех остальных, но для меня это так. Дякую, Іване. Дякую. Я просто передавала емоцію втрати дорогої людини насправді. Ніно. Я хочу сказать зрителям, что чем дальше, тем будет сложнее слушать наши комментарии, потому что сложно замечать и, во-первых, сказать об этом то, что мы чувствуем. Это мы обязаны по-другому чувствовать. Поэтому я хочу в первую очередь приветствовать всем. Здравствуйте, Ирочка, здравствуй. Честно сказать, что бы вы ни спели, у вас получится, потому что вы чувствуете музыку и вы отдаете до конца на сцене. Но иногда может не получиться нести историю, которую действительно нужно не только спеть, а просто жить в этой истории и так через это спеть. Твой характерный голос как-то даже с хрипом какой-то момент было маловато для той истории, которую ты красиво исполнила. Ты была, ты жила, ты была там, но мы слушали и видели тебя гораздо красивее, поющий и сильнее выдающийся. Так что твоя красота, естественно, сопровождает, но твой голос не хватало этой истории. Спасибо. Дякую. Дякую. Сергею. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что наш сегодняшний концерт открыла эта прекрасная певица и актриса. Была, как всегда, прекрасная драматургия песни. Ты, Ирочка, ее выстроила. Прекрасное начало. Все, были краски, и голос звучал прекрасно. Все как всегда. Единственное, что, вот, может быть, коллеги к этому подводили, каждый это услышал по-своему, там, где была кода, там, где был апофеоз, кульминация перед лирической кодой, я бы на разрыв аорты спел. Вот, где ты там, да? «Ты летящий вдаль, вдаль, ангел!» И там можно было даже пустить слезу, и голос даже мог бы сорваться. Это было бы оправдано драматургией. Ты бы, может быть, всплакнула по поводу того, что его нет. Или показала свое страшное переживание. То есть максимальный градус переживания от потери, да, этого байкера, мотоциклиста. И то, что он уже ушел, да, в мир иной. Стал ангелом этим. Вот это тогда бы вообще разорвало всех. Вот тогда бы был полный диапазон чувств. Там была кульминация, безусловно, но можно было ее сделать так, что вот бы все зарыдали здесь. И на контрасте это лирическая мягкая кода, которую ты сделала идеально, безусловно. Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Дякую наставнику. У мене таке враження, що вечір лише починається, і вони знають, як я буду коментувати виступи їхніх учасників. І я почую вокальне вранье, дівчаче, але це не той випадок, коли було вокальне вранье. Пісня, на мій погляд, так задумувалась, і для мене вона прозвучала, як пісня дівчини, яка втратила свого друга, який був байкер.